Известный российский писатель и журналист Александр Прозоров родился 3 мая 1962 года. В начале 90-х был опубликован первый рассказ писателя «Окно для пришельца», а спустя 10 лет вышла книга «Слово воина» из серии «Ведун», ставшей визитной карточкой автора. Огромную популярность среди любителей исторического фэнтези завоевал цикл «Князь». Именно о нем нам расскажет руководитель молодежного общественного объединения «Армир» Василий Киселев. Книги Александра Прозорова, достаточно известного нашего российского фантаста, который пишет в основном в цикле такого исторического фэнтези. Ну и вот этот самый цикл, он так немалое количество времени у меня в свое время. Его прочтение заняло, поскольку книги выходили в течение вот, в период с 2006 по 2015 примерно год. В цикле 7 книг. Это да, это именно что историческое фэнтези, как оно есть. Здесь, в этой книге, речь идет о школьнике, провалившемся во времена Ивана Грозного. Поскольку это все-таки историческое фэнтези, то здесь есть место фантастическим допущениям. Ну, в частности, все то, что на тот момент существовало в мифологии того мира, тех времен, то есть сказки и предания про Дракулу, про всевозможное колдунство, о котором тогдашние люди писали много, вещи, которые мы знаем по историческим источникам, когда там некоторым событиям приписывались магические корни. Все это в этом цикле есть. Он не претендует на серьезную, скажем так, историческую достоверность, однако дух эпохи, той самой времен Ивана Грозного, он здесь присутствует. Значит, здесь наш главный герой этой самой книги попадает во времена, как раз когда Иван Грозный является еще подростком, еще не взошел на трон. И вот в этом цикле он проходит через все время, которое Иван Грозный провел на российском, на московском престоле. Книга написана с большой любовью к этой самой эпохе. Вообще, самое главное ее достоинство, я считаю, то, что она развенчивает массу мифов, которые были придуманы про эпоху Ивана Грозного, про саму ли его личность. Большинство событий, которые имели место тогда быть, они в книге так или иначе отображены. Главный герой является, в общем-то, очевидцем этих самых событий и активным участником. Книга рассчитана на подростков старшего возраста, то есть лет от 14 совершенно спокойно можно в руки брать и читать, и на молодежь. Но, во всяком случае, я, вот, например, с большим удовольствием все книги цикла прочитал. Он не выдыхается, что называется, как это бывает со многими сериалами, и вполне себе бодро идет от самого начала и до конца, сохраняя вот такой вот хороший стиль, слог. Ну и очень хорошо так погружает в те времена. Что касается, так, чему книга учит, в общем-то, учит так ненавязчиво очень правильным вещам, то есть справедливости, семейным ценностям, ну и да, и патриотизму. Иван IV принял Россию со 160 городами, а оставил с 230. В кровавую эпоху, когда правители разных стран постоянно устраивали безумные оргии, такие как Варфоломеевская ночь или Стокгольмская баня, когда короли убивали своих подданных десятками тысяч за то, что несчастный оказался бродягой, уродился ирландцем или голландцем, либо за то, что кто-то молится Христу на свое усмотрение, в ту кровавую эпоху Иоанн смог сохранить трепетное отношение к человеческой жизни, решаясь на смертную кару только в крайнем случае и все равно продолжая раскаиваться в своем решении. Все рассказы о злобе и жестокости Иоанна при поверке всегда и неизменно оказываются беспардонной ложью. Александр Прозоров, цикл «Князь». Рекомендую.